В поселке Кондратьево Выборгского района жители многоквартирного дома вот уже несколько дней пытаются устранить последствия капитального ремонта кровли. После масштабных работ на крыше здесь периодически заливает подъезд и случаются протечки в квартирах. Во время последнего штормового предупреждения и вовсе вода с потолка текла ручьями. У многих от сырости испортилась мебель и паркет. Капает в комнатах, капает вот в коридоре, видимо, потому что вот у нас что тут творится. У меня с той стороны панели, видимо, там тоже все заливает, потому что полы, а как спасаться? Либо тазик ставили, у нас все углы все мокрые, на кровати капало, здесь все вот сдулось. Ирина Крапивина накануне злополучной протечки затеяла ремонт, выбрала обои и начала класть пол. Закончить не успела. Обратилась к специалистам за помощью, но те ответили, пока крышу не закончат, течь не перестанет. Одна надежда на благоприятную погоду. Это до сих пор так течет, когда идет дождь. В семье Марины и Владимира Кряжевых тоже недавно закончился ремонт. Старались успеть к свадьбе дочери. За несколько дней до радостного события потекла крыша. Вот отсюда снизу, где вы стоите, отсюда, вот оттуда и вот так вот полностью лужа выплывала по стене, вот по этим обоям, по новеньким. И вот сюда на ламинат. Там немножко внутри поднялся он, но не так заметно, мы быстро успевали воду убирать, но пропиталось все равно. Управляющая компания по ЖКХ предложила семье возместить ущерб, предоставив строительные материалы. Пока работники ограничились одной кухонной панелью, которая ни по цвету, ни по размеру Кряжевым не подошла. В самой компании уверяют, жильцам не о чем беспокоиться. Обязательно будут возмещены все ущербы. Даже если на продолжение еще чего-то, не дай бог, что-то произойдет, обязательно будет возмещено. Либо произведен ремонт в квартирах, от людей будут получены акты о том, что претензий они не имеют, и только тогда полностью будет сдаваться дом. По словам представителей управляющей компании, строители работают на крыше ежедневно и в случае дождя обещают предотвратить новое затопление. Капитальный ремонт кровли планируют завершить до конца сентября. Тем более, что по прогнозам, начало осени в Ленинградской области обещает быть солнечным. Алина Гараева, Анатолий Талашкевич, «Последние известия», поселок Кондратьево.